Друзья, всем привет. Ну, пока бета еще не закрылась, это давайте еще здесь маленько похулиганим в дарк-зоне в этой. В открытом мире мы вроде все там сделали, что нам давали на бета. Давали, конечно, нас, ну, для бета нормально дали. Всякие такие маленькие миссики, и большая миссия была. Даже и повторили. Для бета пойдет. В открытом мире нас там больше ничего не интересует. Давайте будем здесь, в дарк-зоне-то, шалить. Здесь это можно делать всяко разно. То есть не всяко разно, а как хочешь. Хочешь мирно, хочешь не мирно. Так, у нас какой-то лут, что ли? Откуда у нас лут? Я же вроде ничего даже не брал. Появился у нас сам по себе вот откуда-то, интересно. Так, нам на крышу. Там на крыше самое интересное. Опа, блин, вот он здесь последний работа. Че они здесь появились-то, я бы? Хорошо, походу здесь там крыши нету, а здесь уж. Боты стоят. Так, ладно, забираем, вот тут кому-то дадим. У нас шняка. Так, чел, с кем ты здесь воюешь? Убежал. Прибежал. Пускается. Так, они без лута бегают. Нам надо вызвать вертолет, а потом уже мочиться. Мочиться. Слово такое. Стреляться там. А, пускай маленькие подальше сбегут, чтобы потом они возвращались с большим народом. На лут нам наплевать уже, понятно. Да вот ты здесь так себе. Если постреляться, вот, повоевать так. Экшена эпика здесь устроить. Ладно, вызываем, пускай бегут они все сюда. Так, ну, пацаны, девчонки, возвращайтесь. Забирайте утму. Убивайте. Так, вон, здесь будем сидеть тогда. Отчет пошел. Минута. Минута пошла. Кто первый прибежит? Тому первая пуля. Опа, бежит кто-то. Кто-то хочет в обход меня, что ли, зайти. Вон еще кто-то бежит. Давайте сюда встанем. Давай, давай, давай. Вот да, пришли. Да, пришли боты. Блин, зачем? Я же не нажимал, прыжок же. Бабенка, блин. Так, стоп, пацан. Кто тебя чпокнул? А, ладно, давай спасем его, блин. Так, так, так. Ты что ли не стрельнул? А, нет.
Давайте вот забагрим туда быстренько и завалим их. Быстрее, быстрее. 15 секунд. Броня. Броня позволяет. Так, все, отходим. Ready to bring it on board. А мы что, не сбагрили, что ли? Как у нас опять появился сундук? Confirm. Cargo secured. Так, еще одна сумка куда-то взялась. Эй, прикольно. Еще одна. Это что же? Вот он, игра здесь глюканула. У меня сумки теперь бесконечные. О, найс, найс. Сейчас будем постоянно вертолет вызывать. Вызывать. Здесь что-то валяется. Что на всякий шляпа. Так, че, давай вызывай вертушку. Красавчик. Давай, 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 на крышу, молодец, пацан. Минута пошла. Ну хотя это же бета, здесь все возможно, блин. И вот появляться и все, всем подобное. Может, невидимка-то тоже из-за бета был. Может, только я его не видел, остальные видели его. Сейчас проверим. Попробуем тут сбагрить сумочку, появится, не появится еще. Да, это труп валяется. Иди, держи позицию тут, блин. Так, 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 так. Что-то у нас там по времени? 30 секунд. Ага. Так, ботов перебили. Людишек. Он туда прибежал. Что, бля, умный, что ли? Залез наверх. Так, не знаю, что сейчас стрелять по... А, вон, что тут убежит? Так это боты пришли. Ага. Это что, надо боты перебить, значит. Все, бросай, давай. Отлично. Ну, давай проверим. Появляется опять. А мы получаем-то что? Вот это бетка прикольно. Да у меня вообще эта симка не исчезает. А вот я получу за все это. Хотя тут у нас только фонариков. Не возрел. А, будем постоянно эти вертушку вызывать. Сбагривать что-нибудь. Найс, найс. Хотя эта сумочка такой. Чё ты здесь крутишься? Чё тебе надо? Пули захотел, что ли? Я могу тебе, да? Только дай повод. Засада такая. Так, если я пойду вызывать вертушку, он начнет стрелять, значит. А давайте проверим, что там. Уж исчезнет эта сумочка, блядь. Chopper is inbound. А, где-то там сидишь? Сидит. Вроде не агрится пока. Только дай повод. Офигеть. Сейчас посмотрим, мы сейчас ничего же не подбирали вообще. Там подобрали штанишки здесь у этого, валялись. Сейчас, значит, ничего нет сейчас, если у нас получится сбагрить сумочку эту. Посмотрим, что нам дадут там. Дадут вообще или нет. Так, он осмотрел территорию, значит, там сзади никто не ходит. Ищет кого-то. Эти смогут боты прибежать, а вон они бегут уже.
еще бегут. И вертушка летит. Ладно, мы не будем брать специально. Чтоб посмотреть, что нам дадут. Опа! Слушка, сука! Давай, бей! Чувак, даже стой. А у него что, сумка есть, что ли? Я думал, у него нет сумки. Он без сумки был. Она опять появилась. Давай, заполняем. Опять. Здесь 4 сумки можно цеплять. Заберем сейчас. Было что? Что нам потом? Ладно, все пускай увозят. И посмотрим. О, фонарики, что там нам написал. То есть фонарики лазари. Или лазари, или фонарик, что это все понять. А что, у тебя тоже что ли сумка появляется постоянно? Что он здесь бегает? Давайте вызовем. Одна улетела, следующая быстренько. Прикольно. Сейчас вертушка у нас запарится летать одна за одной здесь. Так, ты вернулся, да? Он, походу, там собрал тоже сумку. Он кого-то убил уже. Или мы игру сломали, что ли? Да нет, это бета, просто бета. Баги случаются везде, в каждой игре, хоть какая она игра бы не была, там хорошая, паркхая. Везде баги будут и были и будут. Так, держи позицию. Сейчас с тобой здесь чудить понемножку. Так, будут эти должны опять побежать. Так, 30 секунд. Один ты залез, мне хлюшка шарахнул. Без... как он? Гольф? Это рядышком, наверное, гольф играл. Ну, слушал там что там. Крики, вопли, подбежал, бля, на разборку. Спочерка здесь залез. О, стоит тут. Стоит такой, поспалил. Шапочка шевелится. Так, набежали. Вот, блин. Даже что это, ладно, блин, мы это скинули, просто не показалось. Давайте вызовем еще одну. Что, нельзя вызвать, что? А ты можешь вызвать? А, можно. Походу у него тоже сумочка появляется. Ну сейчас что-то тупануло, сумку не повешивал, она маленько тати, что-то там что-то получилось у нас. Так, это здесь, блин, прибежал как-то, блин, втихаря там стал, блин, стоял. Так, где? А, с другой стороны. А, типа я здесь, я держу, он там держит. Ну ладно, держи. Он же в спину не стал стрелять, я учу. Тут здесь таких полно, вон тут. А, здесь показалось уже. Так, они почти, как вертушка прилетает, и появляются эти боты. Правда, так резко прям появились, то ли.
Так, 20 секунд. Даже были. О, появились уже. А это не бот. Это человек. Че, стреляешь? Ну, уже вроде не агрился. Пускай даст повод, сразу завалим. Прятался, да? Поможете прятаться. Сейчас нормально все. Опять появился. Ready to bring it on board. Опять появился. И вот его тоже там хватает спива. Забил уже. Только 4 было сумочки пихать. Ну что-то опять взяли бы там. Нормально. Че, убегает что ли? Ну из-за этого убегаешь, что ли? Че, у тебя все сумки исчезли что ли? Или пошел там что-то? У нас тут начинается все. Возвращайся. Ну ладно, пускай убегает. В одного здесь поселит. А, нет. Так, с патронами у нас там. Нормально пока хватит. Давайте нам что-нибудь там оружие, что эти шмотки-то эти беспонтовые. Давайте там синенькое все там. По броне по синему. Хотя броня у нас так синяя. Нормально такая, мы нашли там такое местечко вообще, бля. Там никто не догадается бы зайти, бля. Та запись у нас крахнулась. Показать то место уже не получится, но я не помню где это. Я так там случайно это увидел, блядь, вообще. Так, вроде пока тишина. Сейчас опять боты прибегут. Или реально люди. Так, а почему у нас нет вертушки? Мы же вызвали ракету, блядь. А время не идет. Странно. Ну вот еще раз. Я не успел улететь, что ли? Ну, вызывать-то можно сколько хочешь, если ты вертушку. Да, мы здесь выцепили бак. А, пускай нас кто-нибудь убьет, у кого-то кто-то убьет. Chopper is inbound. Блин. Что-то нету, хотя и... А, не пошел, что-то. Вертушка уже запарилась летать сюда к нам. А, ну, сколько ракет там запустили? У нас там уже растворились. Устроили тут салют, блин. О, красотища-то. О, красотища-то. Пожарище. Прикольно, прикольно. Так, тихо. О. Гости пришли. Сзади идут. Так, первый готов. Бронерон, прибежали все сюда. Все, тихо, тихо, тихо. Так, стоп, у нас что, здоровье отнимается, что ли? Что, серьезно, что ли? Ну-ка, будем так стоять сейчас. Здоровье отнимается.
Офигеть. 15 секунд. Так, я на 15. Вот это да. Так, блядь, чё нам париться-то? Куда улетело? Сюда. Ладно, заберем это все здесь у них. Ну что, вообще бессмертный сейчас? Ты в рукопашку себя будет, да? Ха-ха-ха-ха. Это реально чё пришло? Может меня убить? Давай-ка патрушки нам собрать. Чё, вертушку вызвать не могу? Он бессмертный тут. Офигеть. Ну тут мы выцепили. Я вроде ничего такого не делал. Не, ну, все тогда вешайте все, блядь. При этом на реальных людях могут меня убить, нет? Боты явно не могут, в упор стою, даже броня нас не снялась все у нас, отлично. Гамма бак выцепил, походу вот этот невидимка тоже выцепил бак какой-то. Он меня невидимо убил тогда. В следующей серии. Или какой там, я уже не помню. Какой следующий, предыдущий. Мне тут я с патронами не затариваться, и всем можно рашиться. Сумочка у нас пожизненная. Здоровье тоже. Отлично же. А что нам здесь? Чем здесь сидим-то? Господи, все, сядем. Где-то парнишка-то. Как он бегает. Поду? А вот тут мы тоже шкинулись. У нас чпокнули там бригада, ух. Agent, I am inbound on your position. Пацану покажем скилл. Прямо с надо стоять, я буду бежать, не ворожать. Ладно, еще побежали. Что не все, что ли? Я не могу цеплять. Нет. Почему? Успокоится шпац. Игра маленькая тогда отошла. Потому что мы там летушку вызывали, она не прилетала, а потом появилась. Сейчас мы все отойдем. Типа зоны вышли. Солнечные батареи. Пробуем сейчас вызвать. Нет, пока нельзя. Давайте еще дальше уйдем то. Упс. С кого-то однако. Интересно, если мы спрыгнем, сломаемся что? Мы же бессмертные сейчас. А, и спуститься можно. Отлично. Хотя можно вообще залупаться на все подряд. Давайте найдем кого-нибудь. Хотя бы ботов. Так, там выход у нас. О, уже есть тут, отлично. Давай, давай, стреляй. Так, здоровье, понимаешь? Нет. А это чё, сын?
Я чуть ослел. Это нормально? Не обиделся? А, тоже. Свой. Тё. Будем по мне стрелять? Да я вообще не смогу вас легко завалить. Так, они подлечились, значит. Ну, стреляйте, ну, не дайте повод мне по вас по мне стрелять там. Блин, не хочу так. Ну, шуган вас-то хотя бы. Бежишь ты? Ну, стрельни меня. У меня сумочка внутри. Ля-ля-ля, видишь сумочка? Забирай сумочку внутри. Давайте спиной прям встану. Стой, блядь. Догоню, сука. Давай бежим пыточком. Давай стреляем этой сумочкой, видишь его? Давай, хорошо, пропиши мне. Чё ты правильно снишь, что еще нет? А, ты его дружок. Когда надо, они все таки ня-ня-ня. Когда не надо, блин, спину херачат. Буду бегать над ними, чтобы соблазн, соблазн. Они стрельнули. А, они сюда на зону бегут. Блин, какие они правильно-то попались, мимо. Сами хотят все зарабатывать. Ну ладно, хорошо что-то, конечно, правильно, но... Как хорошо-то хотел бы, чтобы... Эх, нам сейчас наплевать, значит. На все эти... Сейчас вам покажем скилл. Так, я... Ха-ха, жизнь не кончается. Только потрошки, блядь. Да-да, горько иди играйте всегда, блядь. Так что, любит вам. Я пропишу. Прикота, круто. Пропиши мне братушку, блядь. Это че, блядь? Падай сюда. А потрошку мы у них брать можно, отлично. Ну, блядь, иди сюда, побежал. Жалко, что-то пацан не видит. Давайте, только осталось тебе. На, блядь, сука. Лежать, подожди, последний удар. Да. Забираем, что у них есть. Так, так, где ты? Стоп, 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 блядь. Сейчас я, наверное, смотрю, ты херер, не херер, блядь. Не подыхает. Вид дадим, поворачивайся. Один быстро. Так, он подожди. Ну вообще, не убивает. Отлично. Ну-ка пахни, блядь. Нам патроны тратит. А где это, блядь? Что, здесь один, что ли? Хорош, ты бери. Я такую броню уснул. Тут добиваем тебя. Так. Забирай, что не слежит. А, там зубы же. А, я пустую. Ладно. Дело, быстрее все это дело. Трошки. Рад. А теперь можем собирать. Так, у нас полная. Полная. А, мы у нас свою сумочку заполнили, что ли? А, где-то. А, о, ящики сейчас.
Да, исчез. Походу, тут его открыл. А, он скрыт уже, да? Или нет? Походу, скрыл тут его. Так, ладно. Сумка у нас полная, надо идти разгружаться. С патронами. Да, беда. Где-то. Так, там тут были. Это летная площадка, а там где-то. Поставим, чтобы не забывать, пускай эта метка стоит. Там патрушки хорошо у ботов собирать. Блин, такое чувство, будто читы использую, блин. Как-то неприятно. Так, ладно. Серия получится у нас, да. Ух, какой кран. А, мы уже на месте. Так, можно там кругаля сделать, но я хочу подняться здесь по-быстрому. Да, где-то, да. Бля, там идет по этим лестницам. Опа, и все, мы на месте. Так, видимость испортилась. А, чё ты, гость, испугался, ты бежишь? Бастер. Не с привычки. Я бежишь. А шарик, вернись. Я что, не могу вызвать вертолёт, что до сих пор? Бежишь, я с ней бежу, что ли. Тогда я взять не могу это полностью. А, чё, вертолёт не могу вызвать, что ли? Нет, нельзя. Походу, я сломал игру. Хотя я давно уже сломал её, когда сумка появилась. Ладно, давайте другую точку выберем. Здесь и обитает. Тут же. Ну и тут тоже. Chopper is inbound. О, давай, давай, вызывай. Ты это можешь вызвать? У тебя сумочка есть. Кого себе, что сидишь? Называй вертолет, не бойся, я тебя прикрою. Да-да. Ну ты че тупишь там, у тебя вон сумка, видимо, болтается. Или у него тоже не вызывается кто-то. А на той точке вызвали. Где этот? А, то он вызвал уже, блин. Да я туплю. Молодец, молодец, мальчик. Сейчас. Интересно, сможем мы не сможем сдать. И там кто-то вызвал. Опа. Опа. Будем бегать по центру. А что здесь вообще находится там? Что это есть? Сумочка какая-то. Он так стоит, уже завалить из бота-то. Да ладно, не можно стоять. Так, боты должны уже появиться. Что, перебил я их всех? А, здесь же было парочка уже. Но я убил их. Так, ну ладно, момент истины. Сможем, сможем их сбагрить. О, почему там? А, можем. А, нет. Тут-то. Блин, я не могу запихать. Ладно, мне начали менять точку. Сваливаться. Эту точку мы сломали. Давайте пойдем на ту нижнюю. Это у нас перестало работать. Ну, так, игра, подумал, что-то не то. Очень часто один чего вызывает там. Распределяет же само вертолеты. Ну хотя здесь стоят, то можно их хвалить каждый раз, и все, и будь у тебя сумочка каждый раз. Здесь чересчур часто я там это делал. Сейчас проверим, как на той точке будет у нас.
Так, там выход. О, здесь кто-то есть. Давай, на бокс побудь. Да не подожди, кирочек прикладом. Самую малую челюсть. Есть кто-то еще? Да, хорошо. Бог что-то не поджигать. Сидит, бля. Ладно. На, бля. Лежать. Отлично. Бессмертие. Ха-ха, вообще. Найс, найс. Так, здесь проходим, а через дом можно пройти. Тут там разговаривал. Вон два прохода. Сейчас мы со всеми разберемся. Я хочу его жахнуть, по-моему, так вот. А споткнулся. Ты что там у тебя? Кого убегаешь? Ну-ка стоять. Да не бойся, не обижу. Ну как? Больно бить не буду. Гонца с любя. Патрошки, отлично. Где-то здесь еще братки местные. Вот он. Отлично. Так, нам туда, вперед. Терминатор, бегаем как. Сейчас добегаем до этой точки и проверим сейчас на реальных. Вот реально убьем, посмотрим. Могут они меня убить. Это что-то так скучно же бегать. И вертушку вызвать не могу, и пистолет. А здесь я тоже не могу ничего сделать. Блин. Короче, ладно, кого-то чпокнуть. Где вы? Кто-то же вызвал здесь. Или не здесь. Конечно, я не буду убивать, пока он будет груз давать. Когда груз даст, тогда нафиг пацана обламывать. Хотя можно, но не хочу, блин. Армия, USA, блин, USA, блин. Где там, бля, армия, USA? Нету никого. Блин, что здесь вообще? Ну, конечно, точка такая вообще. Ничтожная, блин. То есть неудобная, то есть в кузове прятаться. Это вот точка и крыша. Но этой точки тоже мало тут сунется. На крышу вот часто, блядь. Давайте вернемся на крышу. Насидись, у нас не сработало, вертушку вызвать, значит, на той точке тоже не сработает. Понятно. Нам надо реального человека найти. Согреть его на нас. И на сейчас не перестрелку. Посмотрим, может мне уроном пройти или убить сможет меня, нет. Так, день. Вечер уже скоро. Ночь настанет, значит. Может появится поджигатель. Это днем мало здесь ботов этих. Это еще и беты это. Он на этой территории, он там должен быть. Там всегда тусуется много их. Много есть здесь сейчас. Их на территории здесь. Так, пацаны, девчонки, есть кто живой? Ну, кто-нибудь, пожалуйста. Где? Кто? Что, никого, что ли? Труп. Да, не вечер. Или кто-то уже зачистил, они еще не успели прибежать сюда. Он чего бежит? Так, ну вроде без сумки. Тихо, ну перевозь быстрее, потеряем сейчас его. Сейчас попробуем согреть, будет там. Или он бежит на крышу. Вроде на крышу бежит.
Ладно, давайте за ним проследуем. Спортсмен такой. Он будет сейчас так же забираться, как и мы. Да-да. Спрыгнул, да? Ага. Ну, что можно делать дальше? Так, разведывает, обстановку разведывает. А, боты. Порядка. Да у нас сумка полная. Здесь он добро наше валяется. Ничего забрать не можем. А, что-то взяли. Ну, дома на ящике. Ладно, вызвал летушку. Ладно, сейчас пускай он там багнет. Добро свое. Ему загреб на себя. Сейчас не будем убивать его. Все по-свински получится. Если его не сагрится, то, конечно. О, пускай вот бежит, пускай. Других подождем здесь. В шапочке такой, с бабука где-то нашел, блин. Не, у нас кипарик лучше. Ушки прикрыты, все нормально. Там мех у нас внутри. Все авокатор, блин. Сломал ногу себе, блядь. Боты прибежали. Давайте покажем ему скилл, как это все происходит. Как мы можем... Могу я, да? Зачистили территорию. Пустой. Не сбрасывай. Так, ну, стрельни меня. Давай, стреляй. Он подбежал. Я его что-то жахнул. А, вот он бегает. Упал. Блин, ну что ты, блин, стрельнешь по нам, блин. Ну, блин. Жалко убивать его, блин. Так просто. Без повода, блин. Блин, бегать, стреляй. Ну стрельнешь ты по нам, ну что ты, блин, бегаешь? Короче, ладно. А он делает все. Ладно, пускай сбагрит добро. Че они такие стали добрые-то, блин? Ну сколько добро валяется. Блин, как надо, блин. Добряки все такие, паиньки, блин. Где ты? Куда он бежал?
20 зарплат. Да, хп у меня там кто-то снял. Я что ли? А чё, где остальные-то что-то? Вон, дадим ему, короче, добро забрать и я с ним постреляю по нему. Стреляет уже. Легал, иди сюда. Давай, иди добро свое, багривай. Вот у него пуховичок, видите, да? Вот пуховичочек. Шапочка, ну шапка это... Ну, ушанка вот такая. Так, ну. А, и боты идут. 15 секунд. Ну как пашки, мужики зарабатывают. Сюда. Ах, почти. Так и собирай ут, блядь. Блин, как это убить его, блядь. Он такой невинный, бегает вообще. Мне жалко, что тех прыжкуников здесь нету, блин. Я не могу ничего не вызвать, не сдать это тут. Было нормально, а сейчас ты как проклятие выходит. Сила к нам прицепилась, если я ничего нельзя сделать. По-моему, все довести. Не заводишь? Из дома, если только спрыгнуть с крыши, бля, убиться. Убьется, не убьется. Не, а чё, народу уже нет никого, что ли? Что-то издаём, что ли, бегаем как-то. Ну, уже... Все разбежались, значит. Поскорее бы полная вышла бы. И сюжетка там длинная будет, и типа игра типа бесконечная. Посмотрим. Прокачаюсь до максималки, но само дальше можно будет, есть чем заниматься. Летит. Можно не сбить. Кто-то бежал. Стой, не хочу. Костряешь. Не убегай же. У тебя здесь никого нет, а не у боты лезут. А мы прыгаем. А прыгать нельзя. Блин. Вот теперь он красненький почему-то.
Стреляй по мне. Или может он меня... Не, ну, смотрит на меня же. Или он меня не видит. Походу как... А вот еще черепок красный стал. Давай, стреляй, стреляй. Ну. Ну стреляй же, блин. Или у меня не видит, значит. Все залезем к нему. Он, походу, точно не видит меня. Я не знаю, кто стреляет в него. Как тогда меня кто-то убил-то, невидимка меня. Походу, сейчас вот у типа та же история. Он же смотрит, видит, что черепок на красный бегает. Ну, хотя уже черепок сейчас. Сейчас опять появится. Да, он меня не видит. Оп. Бот появился. А бот и меня и видит. А что, это он не видит, что ли? Нет, видит этого. Он меня не видит, значит, да? Ну-ка, я смучусь. Что сделаешь? Слышишь? Слышишь? Смотрит кого-то там. Вот, значит, ты меня убил-то. Ладно, мы типа будем его ангел-охранителем. Значит, там такая же история была. Я стрелял, блин. По карте череп видно, а кто убивает, не видно. Сейчас вот такая же история, он меня не видит. Сейчас меня вообще не видно. Если я начну стрелять его, то черепок сагрится, будет смотреть кто это. Ангел хранитель, блин. Без патронов, блин. Давайте еще раз. Черепок. Он спрятался, видите? Ха-ха, пацана, парня, паника. Кто такой? Ходи, где-то боты. Сиди, смотри, туди. Погоряем немножко. Так, все, черепок исчез. Смотрит, со снайперки смотрит. Никого нету. Чё, опять укрытие? Опять смотрит. Кто у него стрелял в спину? Поиздеваемся что-то. Ну я его прикрываю, убивать его не буду. Может быть не буду, да. Чё, раз я прикрываю тебя. У нас такая же, нет? Да, только не знаю, прокачано у него, не прокачано. Пуховик где-то нашел, блин, так он на крышу полез опять. Ага. Мы от крыши его стреляли, по-моему. Тихо, тихо. Блядь, подстегнулся. Нам лишь бы только не потерять. Так, он все смотрит, кто в него стрелял. А там ута сколько. Отойди. Он стреляет. Вот он. И бот убивает, типа я помогаю ему, думаю, что-то он убивает. Чисто. Ну как чисто, где там еще один остался. Так, патрушки могу взять? Патроны это вообще беда у меня. Давайте его и сагрим его здесь сейчас. А, вот такой он сумочка. Ладно, иди сдавай сумку свою. Иди сдавай сумку, а побежал, блин. Вот ты.
как убился он? Кто убил его? Отойди. Вон. Так, сейчас заберу здесь патроны на штяк. Опа, черепок. Сейчас за тачку зашкиримся. Глушитель, да вообще он не слышит. Так, только видно, что кто-то стреляет. Сразу по машине. Так, черепок исчез у меня. Видите, тут полетели спин встал. Блин, парнишка, попал-то, нету больше здесь никого. Смотри, вот и колеса взрываются сами по себе. Видел, да? Кстати, там тоже. Там уже пробито. Не в понятках стоит такая. Сирена не сработала. Здесь нет ничего. Что написать бесконечные патроны? Ну, быть пока. Так, вот здесь поджигатели уже хулиганили. Вот, наткнуться бы на них сейчас. Опа. Заражён из... Не. А ты чего убежал? Куда убежал? Сейчас зашел. Я могу не потерять бы только. Тихо, жди нас. Тихо. Нам помочь ему? Кто там? Сталё. Че, здесь нету никого, что ли? Вроде ночь настала. Помехи такие. Так, здесь ну, раскрыли уже. Да. О, счет. Разбежались, блядь. Ну куда ты рвешься, ты же там сдохнешь. Или чё, похуй, побежал, что издыхать? Как так? Ты что, сдохнешь, что ли? Как это он убежал? Ух! А теперь кого охранять нам? Так, ладно. Где там это? Земля, воздух. Так, где мы вообще находимся-то? Вот. На крышу направляемся. Завалим кого-нибудь, да и... На этом закончим уже. Ловил баг. Я не один такой, потому что на это тоже кто-то свою. Невидимка меня убил туда. И вот сейчас я сам невидимка. Хотя бот это все меня видит. И я их. Только реальные игроки меня видят. И убить меня не могут боты даже. Ну что, утром мы набрали там. Всяких херню.
Вертушку вызвать больше не можем, утром сдать тоже не можем. Мешочек у нас заполнился. Так. Это лестница? А, да. Вот, наверх-то залазим. Опа. И этот борт у нас будет. Потом будем со стрельбель. Или еще сумка. Не помню. Не, ну без цифрок вообще хорошо. Если бы эти циферки были вообще, ну, бред какой-то. Конечно, видно точки. Ну точки-то ладно. Терпимо. Зачищаем местность. Опять свет заводишь. Ну, почём, братья? Ну, блядь. Боксинг кефирчик, а вон это ломать. Опыт дают. Да, конечно, народу здесь вообще куча, бля. Так понятно, время пришло, школьников всех выгнали. Родители там с работы пришли. Еще с работы, может, а то отдыхает еще. А что там вообще было? Да, рюкзак у нас 6/6 полный, рюкзак какой-то 17/8. Ага. У нас 7 там маленькая, будет 8, блин. Да, там что-то миссию еще раз выполнить. И будет 8, но этого делать не будем. Даже завязывать так это первый. 7. МП7. Шляпа. А что у нас вообще там в этой сумочке-то? Ну-ка глянем. Что мы там вообще набрали-то, блин? Так, вон, вон, рукоятка, перчатки, курточка какая-то первого уровня, блин, короче, да. Так, ладно, давайте снайперку берем, дробовик поставим, или пулемет, а пулемет. Прожахаем здесь так. А, кстати, вот фонари погасли. С какое-то время они опять загорятся. Вот. Так, прикольно, сделали, что понял. Не разбивались, вот здесь понятно, например. Если кто-то разбит, то все больше. Темнота будет, а здесь вот так сделали. Все, замигали. Типа сбили мы энергию. Там колеса нет. Раз, пулемет, он постреляет. Да что, значит, вообще подохнуть могу здесь. Только если выйти, и все. Без ничего, блин. Так, кто-то там.
Кстати, да, убежище прикольно сделали. Здесь лестница. Походу я в этой зоне один остался. Либо вообще я в каком-то сервере своем нахожусь. Где я такой неубиваемый, меня никто не видит, кроме ботов. А все остальные где-то там у себя бегают. То надо перезаходить-то. Пересадить, думаю, уже смысла нет. Поэтому постреляем маленько по ваханалям и будем заканчивать здесь. Будем уже ждать, когда сама игра выйдет. И там, да, будем уже проходить. Там вот много-много интереснее, чем в бета. И качество графики там будет другое. Это вот даже в описании в бета написано. Качество графики в финальной игре будет совсем другое. Там типа такого что-то написано. Хотя в бета тут делают качество. Графику с финальной никто, блядь. Даже в том же Uncharted. Графика была так. Ну, нормальная графика была, но там что-то были дефекты. Когда сама игра выйдет, и, кстати, Uncharted вроде перенесли. Должен будет выйти также в марте, 18 марта. Как там были же. Сейчас он вроде выйдет 24 апреля. Ну, кстати, это хорошо, что переносят. Ненадолго, конечно. Чем-то Ведьмака тоже переносили с января прям по май аж. Сначала на апрель, потом на май. В итоге игра вышла нормальная. Ну, здесь... Чарт маленькое решили перенести. Вот так и нужно все. Эксклюзив для Sony. Понятно, все нормально у них будет. Так, здесь есть-то. Так что в марте мы поиграем в Division, чем-то еще. В феврале сейчас игры появятся новые. Тоже будем проходить. И, кстати, одна будет игра переделанная. Наверное, для персонажа PS4. Эта игра. Многим известна, то здесь кто-то есть. Она была эксклюзивна для PS3. А где ты, блин? Ее решили переделать для PS4. О. Боты. Боты. А, вот эти классные. Блин. Ха-ха-ха-ха. Отлично. Ну, пулемет сейчас удержали, так нормально вроде. В 20-х числах или после 20-х. Так, после 20-х числа. Боится. И мы не пойдем. Потому что в эту игру я даже на PS3 не играл. Все хотел, хотел. У меня все времени не было, потом вообще уехал. Я приехал, тоже времени PS вообще этого друга отдал, если. Я там от силы только прошел, может, в этой игре там первую главу и ту и не полностью. Так что для PS4 с удовольствием пройду. Это я знаю, что игра офигенная. Так, где там здесь? Вот. Если бывает, что ли, блядь, я живучий. Да, зачистили мы тут. Так, там убежище. Куда я вообще бежал-то? А, на выход нам надо. И новинка Far Cry должен появиться еще у нас в феврале. В
Хотя четвертый даже играть не стал, потому что там тоже самое, что в третье было. Ну так, маленько переделали. А вот это новое я поиграю с удовольствием. Вот так-то. Каменный век там, блин. Мамонты, всякие аборигены. Ну, прикольно. Так, можно пройти. Там, по-любому, туда динозавры запихают. Это как в Far Cry 4 там даже. Йети там были, да? Да, йети же были там. То есть, как на веку, значит, по-любому должен быть динозавр. Ну, поиграем, посмотрим. Позапихаем. Пулемета пожарить. Отлично. Терминатор такой бегает по этой зоне. Сейчас проводит лобание. Подожди, подожди, подожди. Чтоб так реалистично, чтобы было, мы будем прятаться. Или видите, поговаривать, да? Сейчас наверху делайте. Сейчас я к вам поднимусь. О май гад, да, да, у меня в монетарный терминатор пришел. Бинго? На, бля, выкуси бинго, бля. Так, где там? Блин, спесик. На, блядь. Хуякс. О май, ему хребет. Еще кто-то остался. Да, с патронами беда. Че патроны ты не даете? А убежишь. Стоять, бля. Эх, хотел прописать ему. А, побили тут. Порезвились, размялись. И двигаемся на выход. Тихо, тихо, вот он. Улетело. Подбить его, блин. Ну ладно, здесь их куча. И все в одну сторону улетели. О, китайский райончик. Маньянчина. Даже китайцы же. Нет, корейский. Корейские иероглифы. А какого хера здесь корейский район делают? Обычно же китайцы. Я что-то даже не замечал. Я же посюда частенько же бегал. Что-то на иероглиф даже не смотрю. Да, корейские иероглифы, а чё здесь? Так-то, конечно, Южную Корею-то я люблю, уважаю. Так, куда-то полетел. Вывески разбиваются. Так, ну это не Китай, это хорошо. Хотя Китай тоже. Не, Китай там... У них свои там плюсы и минусы, блин. Если сравнивать плюсы и минусы у Китая, то для меня, думаю, плюсов, думаю, там на чуть-чуть больше. С этими минусами они там будут бороться и борются до сих пор. Там с водой проблемы у них, с воздухом. С воздухом, это понятно, там фабрика у них там дохерища, блин. У них на этом партия там же, партия же. Коммунисты же. Будут решать скоро это все. Когда они фабрики закрывают, то есть на работу, то у них вообще там все четко. И воздух чистый, и потрясно. Когда начинается производство там масштабное, то есть жопа больно, там дышать нечем, бля. Один китаец аж умудрился пылесос вынести на улицу, бля. И пылесосить воздух. В итоге он пылесосил целый белый кирпич. Белый, ну не белый, а серый. Это серое вещество, это вот все это. Дымовые отходы там все это. А там трубы все начинают коптить. Это все. А когда дождь идет, там это все падает на землю. Ну, пускай они все это решат быстрее, там вот все зашибись. Так, ладно. Выбрались мы из этой зоны.
Warning. Contaminated material cannot exit the dog zone. Да, выходим. Или может сейчас в зоне будет такое учиться? Терминатор, а здесь он. Такой нормальный, значит. Так, скоро будет рассвет. Нормально, да? Детишки. Разбивается. Короче, все отлично, все работает, все простреливается. Хотя и боточка, но работает будка она хорошо. Кто же разбивается? Или что кому-то игрушка понравится, кому-то не понравится. Кажется, каждому своему. Конечно, в финальной игре не стоит ожидать такой графики, как нам показывали в первом трейлере, где там вообще-то. Что-то реалистично там зашкаливало. Как и с Watch Dogs. Но в Watch Dogs там, конечно, не так сильно зашкаливало, но здесь перешкаливало. Трейлер — это одно, и игра совсем другое. Кстати, вот эти фонари, а, это те же самые. Вот эти фонарики тоже по ним стреляешь, они только отключаются на время, потом включается. Ну, с этим понятно, по нему уже упили. Внедорожник. И простреливаться тогда, чтобы он туда пулю летать на был на первый угол. Прибиты. О, это я не надо лезть. Так, сюда можно выбраться. А здесь тоже, значит, так же. Зарядишь, не залазит, это разбивается и разбивается. Вот такие крупные. Нет, даже не мигает. Я походу так плазме какую-то стрелял большую, она так помехи были у ней. Но в этой нет. Работал. Зеленого больше не будет. Так, блин, на этом тогда будем заканчивать уже. Вот, появляется. Избытка же тоже будем заканчивать. Будем ждать новых игр, будем остальные проходить. Чтоб... Всё, я похулиганились. Пасашок. Всё, будем идти выстрелить. Давай опустошим карманы свои. Кофе больше не работает. А еще пару магазинчиков купкинов.
Стоять! Ворачивайся сейчас. Эх, улетели. Других надо идти. А я могу на него убить? Могу. Но не буду. Опа. Шарфа сошел сейчас. Завалим. Давай, перезаряй последнюю обойму. Ах, попал, да. Иди сюда. Полагал. Ой, это мирный, блин. Сори, сори. Чуть убил. Он убегает, все, что-то кругами делили. Потом, вроде, мы не будем. На, калаш мы пробовали. Отлично же стреляет. С рукояточкой, конечно, можно дальше прокачивать его и всякие глушители ставить. Ну, это видели. На пистолете стоит, и там дальше и там для винтовка входа стоят. Контролировать можно все так. Ладно, друзья, завершаем мы это беточку. Коммуникатор. Будем дальше приходить и новые игры ждать. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Ну, всем удачи, всем пока.